В Звенигороде состоялось заседание партийного часа, в котором приняли участие первый зампред Московской областной думы, депутат от партии «Единая Россия» Лариса Лазутина, исполнительный секретарь местного отделения партии Лариса Белоусова, секретари первичных отделений, а также депутаты «Единоросса» Одинцовского округа. Поводом для встречи послужила ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Звенигороде. Собравшись, обсудили основные показатели, обстановку в медучреждениях. Отдельно отметили работу звенигородских волонтеров, которые ежедневно доставляют нуждающимся продукты и лекарства. В ближайшее время эта деятельность будет продолжена.